Огромный всем привет на моем канале. Сегодня у нас четверг. А какое число? 6, по-моему, 6 июня. Сегодня с утра ветерок. Нам обещают в середине дня грозу и сильный ветер, ураганный. Так что я уже сейчас боюсь. Но пока очень хорошо. Сейчас намного прохладнее, чем вчера. Вчера была жара просто такая, что из дома выйти лень. Вот сейчас поеду в кафе коптить форель, закладывать. Приветик всем! Сегодня суббота. Сейчас уже вечер, 9 час. Я иду из кафе и решила по дороге снять вам то, как выглядит наша территория. Вот так много у нас народа в эти выходные. И должна сказать, что это самый напряженный уикенд во всем сезоне. Вот, и осталось нам еще воскресенье и понедельник. Понедельник — выходной день в Германии. Сейчас очень красиво падает свет заходящего солнца на окружающую природу. Решила снять для вас. Вот люди отдыхают. Кто что делает? Кто рыбачит? Кто разжигает угли, чтобы пожарить шашлыки. Собачки разговаривают друг с другом из разных концов, перекликаются. Ну вот, а я пойду домой отдыхать к своей семье. Ко мне приехала подруга с семьей из Голландии на эти выходные. Так что мы проведем отличный субботний вечер вместе в нашем саду. Я уже в огороде решила попроведать свои посадки. Вот, посмотрите. Урожай. Маленькие ягодки. Зато какие классные свои. Тут у меня Алиска кушает травку. А это деревце. Вы помните, оно было совсем голое. Я обрезала ему ветки. Думала, что оно уже умерло. А оно живо и такое красивое стало. Вот. Алисочка, да? Алиска. Алиска травку кушает. А вот там Ласка валяется. А на черной смородине ягодки темнеют не по дням, а по часам. Смотрите. А здесь мне папа посадил кабачки и рядок бобов. Вот это бобы. Я в детстве очень любила бобы и горох. Такой в стадии молочной спелости. В деревне все время рвали и ели. Помню, в подол платья нарвем гороха, бобов с моей двоюродной сестрой. Поделим. Один тебе, один мне. Поделим всю кучку и сидим, едим, довольные. Алиса? Алиса? А грядки у меня защищены всякими решетками, потому что Ласка очень любит забраться и поваляться. Она не понимает, что здесь посажены какие-то полезные растения. Так что защищаю свои насаждения.
Олечкин Чабакин. Да? Олечкин Чабакин такой. Чабакин такой красивый. Да? Чабакин такой. Кто такой красивый у меня? Кто у меня такой красивый? Вот кто красивый прибежал. Я красивая, скажи. Я. Вот видите, что ласка делает? Она любит покопать одной передней лапкой. Она же не знает, что у нее должно быть их две. К счастью. Она думает, что она полноценная собака. Но оно так и есть, конечно же. Вот видите, как ловко она копает землю одной лапкой. Сейчас она себе выкопает лежбище и ляжет. Вот так вот. Да, ласка? Да, ласка? Хорошо тебе там лежать? Да, ну сейчас я тебя поглажу. Сейчас у меня рука просто занята. В руке у меня клубничка. Сейчас я тебя поглажу, мое золото. Снимаю уже воскресенье. Всем привет опять. Такими урывками получается снимать у меня видео, потому что приходится работать. Сейчас 9 часов вечера. Я только что пришла с работы. Готовила сегодня очень много еды для очень большого количества людей. Ласка, скажи всем привет. Сейчас даже капает немножко дождик. Но мы с собачками решили пройтись погулять. Хочу показать вам озеро и как много людей у нас сегодня. Надеюсь, будет хорошая картинка, потому что уже темнеет на глазах. Алисочка моя, девочка, тоже гуляет. А Ласка где-то отстала у нас. Где-то она осталась в саду, по-моему. Тут такая травка колосится. Вон там чуть подальше желтые ирисы цветут. Вот. Кто-то мне написал, что называется ирис болотный. Ну, так оно, наверное, и есть. Потом в ближайшие дни еще покажу вам, какие красивые кувшинки цветут у нас в озере. Вот. Много народу. И это только здесь, на озере. Весь кемпинг переполнен. Свободных мест нету на эти выходные. Но я, как уже говорила, это самые такие у нас напряженные выходные. Поэтому ролики я не делала. Просто у меня не было на это времени и сил. Вот там целый лагерь расположился. Конечно, здорово так, с таким видом красивым отдыхать. Так, рядом вода, природа. Птички не умолкают. Даже здесь вот стоят палатки. Алиска. О, лягушки начинают свой концерт вечерний. Увидеть бы их, где они там квакают. Такая красота. Сейчас едут велосипедисты, я прервусь. Вот такая красота. Совсем скоро, в ближайшие дни, выйдут мои ролики. Новые ролики о новом походе на барахолку. Вот. Я вышла из сада. Алиска меня потеряла, сейчас увидела. Хотела сказать еще, что завтра уже очень много людей съезжают. В общем-то, почти все. Остаются только пожилые пары, в основном голландцы, которым все равно выходные сейчас или нет. А остальные люди, конечно же, кому в школу, кому на работу,
Хочу с вами сейчас сходить к речке. Я давно не была здесь, в этом месте. Надеюсь, будет не очень темно на экране. Посмотрим с вами. Ой, тут все заросло. Ой. Сейчас у меня ноги-то голые. Ой, в смысле, ну да, у меня такие штанишки ниже колен одеты. Ой, сейчас я себе крапивой-то ноги нажалю. Ну, пока нет. Вот тут крапивка какая высокая. Тут дорожка, тут какие-то звери ходят на водопой. Ой, ну вот, крапива меня настигла. Ой, ну ничего, полезно, говорят. Крапивка жалится. Вот какая речка течет. Ну, дождики были, так что течение, смотрю, такое средненькое. Все заросло. Вот эти все деревья, которые я вам весной показывала. Всякие зеленые стоят. Здесь, оказывается, этот каштан большой. Это поля. И еще сухие деревья всякие. Ну ладно. Заканчиваю на этом свой ролик. Какой-то такой он получился. Наверное, неинтересный. Малоинформативный. Ну, как получилось, потому что времени-то у меня нет. Ой, кто-то там мяукает в кустах. А кто ж там мяукает-то у меня? Кто там? А там Феликс идет. Котечка, услышал мой голос. Услышал мой голос, а? Ты мое золото. Да ты ругаешься на меня или жалуешься? Жалуешься? Ты мой хороший котик. Ну иди скорей, иди скорей. Иди скорей, скорей, скорей. Да? Иди, я тебя поглажу. Вот, видите, кто-то меня спрашивал про Феликса. Вот он и пришел, малыш мой. Да? Что ты? Ну, не бойся. Не бойся. Ой, ой, ой. Ой, котярка. Ну, не бойся. Ну, чего ты? Ой, грязный весь. Что-то на нем. Какие-то пушинки, травинки. Ну, все. Ну все, девчонки, прощаюсь на этом. Сейчас буду кота гладить. Он соскучился, меня не видел пару дней. Желаю вам всего самого хорошего. Как всегда. Главное, здоровье. Я, Лиска там сзади ко мне подбирается. А Феликс прям встал, меня между ногами стоит. Прижался к ногам. Ух ты мой хороший. Вот, видите? Прижался ко мне. Стоит. До новых встреч. Пока-пока.